Здравствуйте, меня зовут Юля, и сегодня мы проведем распаковку и сделаем небольшой обзор одного из МФУ с новой технологией печати Precision Core. Модель аппарата Epson Workforce WF3640. Устройство было запаковано в пенопласт, полиэтилен, подвижные части были закреплены транспортировочным скотчем. Этап полной распаковки мы упустили и представляем вам сразу распакованный и подготовленный к работе аппарат. В комплекте вы сможете найти диск с программным обеспечением, всю необходимую документацию, а также шнур питания на 220 вольт. Начнем с габаритов. Они равны 449 на 427 и на 308 мм. Вес 11,5 кг. Хочу обратить внимание на цветной сенсорный ЖК-дисплей диагональю 8,8 см. Это МФУ лучше всего подходит для работы в офисе. Именно поэтому аппарат обладает всеми функциями для удобной работы. В спектр возможностей устройства входит высокая скорость печати, конкурирующая с лазерными принтерами, планшетный сканер формата А4. Разрешение сканирования составляет 2400 на 1200 точек. В помощь к сканеру также идет автоподатчик, который поддерживает формат А4. Факс. Поддержка практически всех технологий подключения, которые известны в наше время. Разрешение печати 4800 на 2400 dpi. Технология печати Precision Core. Максимальный формат бумаги А4. Затронем вопрос подачи бумаги. У этого МФУ два лотка, оба вмещают до 250 листов. Но самой интересной вещью является то, что вы можете сами выбрать, для какого формата бумаги будет предназначен первый или второй лоток. Или при загрузке самой бумаги устройство само будет у вас спрашивать, не передумали ли вы с форматом. На этом я хочу завершить наш обзор. Используйте продукцию Ink System, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, а я вам желаю хорошей печати!